Деньги на дороги, поддержка фермеров и новые ЖД-пути. В Совете Федерации России с 25 апреля проходят Дни Приморского края. От региона Верхней Палате Федерального Собрания работает делегация во главе с губернатором Олегом Кожемяком. Накануне глава региона рассказал о некоторых итогах работы с сенаторами. Так, Олег Кожемяка предложил продолжить строительство новой дороги Владивосток-Находка-Порт-Восточный, помочь с финансированием строительства 13 противопаводковых сооружений, отменить или упростить процедуру экологической экспертизы для получения рыбоводческих участков для аквакультур. Это уже принято решение, что госэкспертиза будет проводиться только в особо охраняемых территориях, но и непосредственно владельцы рыбоводных участков должны получить право на пролонгацию своих договоров. И это будет громадное решение для того, чтобы поддержать наших рыбоводов, кто занимается сегодня выращиванием аквакультуры. Также комитет поддержал наши предложения, связанные с тем, что перезакрепление долей рыбопромысловых участков для тех предприятий, кто вел политику, связанную с сохранением градообразующих предприятий, развитием береговой инфраструктуры. Это касается лососевых участков. Я думаю, что эту работу нужно продолжать. Понимание такое в комитете есть. Также в рамках курса «На восток» глава региона призвал активизировать ремонт подъездных путей к пунктам пропуска на границе с КНР. Пограничные переходы начали модернизацию, реконструкцию под расширение своих возможностей. Конечно, нужно синхронизировать работу по подъездным путям, или передача их на федеральный уровень этих дорог, или же выделение средств из федерального бюджета на восстановление и приведение в порядок, с тем, чтобы они соответствовали всем международным принципам.